20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались, как, ну, можно сказать, об этом никого не обижают, цивилизовывать людей, которые живут там. А по сути, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политической организации общества. Результат. Одни трагедии. Одни потери. И для тех, кто это делал, для Соединенных Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, и минус все пошло.